С начала текущего года сотрудниками наркоконтроля из незаконного оборота изъято около 5 килограмм синтетических наркотиков. 70% из них составляют так называемые соли. Не так давно нашими сотрудниками были задержаны трое молодых людей. Переносили около 216 граммов так называемых солей. В их съемной квартире находилось 2 килограмма 368 граммов синтетических наркотиков, в народе называемых солянами.